Это... В Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева состоялся круглый стол по итогам работы поискового отряда вуза в рамках Всероссийской вахты памяти 2021. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Поисковые работы в этом году велись в Ржевском районе Тверской области. Это 15-я экспедиция поискового отряда «Память». В течение 15 лет поисковики выезжали на экспедиции в Смоленскую, Калужскую, Ленинградскую, Тверскую области. Руководит отрядом Николай Мясников. Бойцы находились под Ржевом с 26 апреля по 9 мая. Поиски и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества ведутся до сих пор. Для студента факультета истории управления и права Степана Жигулича экспедиция была первой. Молодой человек давно увлекается военной истории, и побывать в местах былых сражений для него было давней мечтой. Больше всего, разумеется, мне запомнилось, как мы подняли 5 полных бойцов. За все время экспедиции мы подняли их 33. Я считаю, что мы занимаемся самым настоящим великим делом, так как это важно для истории нашей страны. У нас первые находки были в первый день. Отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева – один из лучших в Чувашии. Конечно, каждый отряд имеет свою особенность. Какой-то отряд готов по своей подготовке руководителя, по опыту, готов уезжать вместо бывших боевых действий на раскопки, как, например, отряд медуниверситета. А какие-то отряды, они пока работают у себя в местности, в своем микрорайоне, в своей деревне, и это тоже очень хорошо. Многие руководители школьных поисковых отрядов – это выпускники педагогического университета. Именно они передают интерес к истории ребятам. И неважно, история ли это страны или своей деревни, села. Без преемственности поколений трудно говорить о патриотизме. В основе поискового движения, конечно, составляют неравнодушные к судьбе нашей истории, судьбе своих предков люди. И вот за это особые слова благодарности. Я понимаю вашу заинтересованность найти бойца, найти историю его, но не всегда это удается. Но в любом случае ваш труд, он, вне зависимости от того, что удалось, не удалось, он очень значим. Отряд «Память» педуниверситета имени Яковлева постоянно пополняется новыми бойцами. После каждой поездки музей поискового отряда расширяет экспозицию за счет очередных раритетов военного времени, привезенных с вахты памяти. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.